Вечер добрый, друзья, Квантум с вами и добро пожаловать. Это Call of Duty и Warzone. И ролик топ 7 самых тупых смертей за сегодня. Ты не поверишь, сегодня я хотел записать для тебя классное видео, взять хотя бы топ 3, хотя бы топ 5, блин, что-то такого формата. И тут пошла череда неудач. То я со скалы упаду, то я забуду раскрыть парашют, то еще как-нибудь я сдохну тупо. В общем, всей этой фигне сегодня и посвящается ролик. Я правда пытался записать ролик сначала с друзьями, когда мы поняли, что ничего не получается, и мы погибаем все втроем максимально тупо. Потом я пошел делать это один. И случалось ровно то же самое. Итак, начинаем мы наш топ 7 тупых смертей, конечно же, с 7 места. 7 место. Значит, максимально тупая смерть. Что происходит? Я, имея датчик сердцебиения, который показывает всех врагов в округе, не пользуясь им, и бегу прямо по двору. И тут происходит самое интересное. Есть броня, есть все, поэтому здесь главное, чтобы нас тактически не пересидели снова. Пойдем следующий контракт возьмем. Чисто, понимаешь, мы контракты берем, они друг с другом месяца, а мы бабки за такой. Трындыкс, я не встану. Он с крыши спрыгнул на меня, долбаный петух! Все просрал, топ-20, ну блин, ну нафиг. Подведем итог, если бы я не торопился, смотрел на датчик сердцебиения, этого бы не произошло. Тупая смерть номер 7. Мы переходим к 6 месту и встречай 6 место. Начну с того, что в этой игре лучше ни на секунду не останавливаться на месте. Главное правило Call of Duty — не стой на месте и все будет хорошо. Тут я захожу в миленький складик, смотрю передо мной 3 двери, думаю, куда бы мне поставить мину? Думаю. Решаю поставить мину, и вот что происходит. Кому-то датчик захватить нужно. Давай тут. Откуда нафиг? Добил меня, у меня еще ГУЛАГа не было, пофигу. Сейчас вернусь. Я даже не видел, блин, пока хрень стыдал, с другой стороны пришли. Ну вот так вот, видишь, я примерно глупо и погибаю. Вывод, нехрен ставить мину, пользуйся долбанным датчиком сердцебиения. Это уже какой-то гайд, а не топ смертей. Ладно, идем дальше. Встречай 5 место. Играя в команде, мы обнаружили цель на крыше. Что мы предпринимаем? Вместо того, чтобы всем втроем подниматься по лестнице и убивать жертву, мы решили разделиться и зайти с 2 подъездов. И там стреляют еще слева. Вон на башка. Вон над нами прям. Давайте в соседний подъезд. Я отсюда, а вы оттуда идите. Аккуратней, Дань. Да, мы как раз ворвемся с тобой, Лена. Вон. Я вижу его, он у меня. Газ кинул. Враг здесь, обошу. Да блин, другая команда пришла. Там другая команда пришла. Найс. Сыграно. Вас всех раскидали? Меня дай. Вывод. Нефиг разделяться. Командная игра. Командная игра просто поможет взять топ-1. Разделились, получили по заслугам. Пришел другой сквад, пришел третий сквад, и нас раскидали. Итак, добро пожаловать. 4 место. Тут уже у нас горячая штучка. Врагов остается не так уж и много. Я бегу за контрактом для уничтожения. Бегу такой весь воодушевленный, вкушая эту победу. Погнали. Опа. Здорово. Он хочет задавить кого-то. Но это явно буду не я, потому что я хожу по забору. Куда ты поехал? Ага, я на заборе, да? Чё, бляха-муха? Трындец. Вставай нафиг! Ну как он меня с забора сбил? Трындец, да как? Как у меня... Вывод. Не бодайся с автомобиля на открытом месте. На заборе, на доме, на гараже, на дереве, где угодно. Не лезь под автомобиль. Идем дальше. 3 место. 3 место — это просто мрак. Смотри, почему неудачный променад. Ждем, пока бахнется сюда. Все. Наша посылочка-то прилетела. Голова. Блях! Вот так вот! Он в меня, блин, бич-пакетом кинул! Взорвал меня!
Ну трындец, я купил себе этот комплект, сраный бабло собирал, копил. Нахренеть, ты видел, что получилось? Он заныкался, кинул в мету парашу и все. А ему там вот миллиметрик ему жизни ему оставалось. Си-4 получил прям по лицу. Он мне кинул этот долбанный пакет, и я взорвался. Ему просто вот... Еще квадрокоптер. Ай, там посылка нам там была, блин. Да бляха-муха! Я думал Да как нахрен? Я думал, она упала за гаражи. Я сдохну, Саша. Да я задолбался погибать, как дебил здесь. Бляха-муха. Она вчера бучер двоих убила одной посылкой. Теперь я поясню, как это произошло. Видел комплект, который упал первый? Я подумал, что это наш комплект, и что он приземлился, я побежал за ним. А в этот момент на меня приземлился наш комплект, который мы купили. Вот так вот получилось второе место. И первое место – это особенное место. Это самая тупая смерть. Тут вот прям вот мог быть даже топ-3. Но не получилось, не пошло. Я покажу тебе даже полноценный фрагмент. Как что было, смотри. Долго думаю, поэтому уже надо прыгать. Сейчас еще улечу кто-то за пределы карты. Хоть куда-нибудь прыгну, потом походу разберусь, что делать. Так, тут еще прилетел со мной интересный. Ага, видел. Нам сейчас на комплект насобирать, но в принципе... Пусть идет сюда, пусть идет, скажи ему, так и передавай, пусть идет, охоту он открыл на меня. Сейчас комплект свой вызову, давай сюда иди. Пусть приходит, где моя посылка, иди сюда. Свой комплект, хорошо, живем, я тебя жду. Че, как поохотился? Охотничек хренов. Достали уже просто. С своими укладываниями, со своими С4 прям в лицо. Ты чё там бегаешь, а? Как там бегается? Нормально тебе? О, коснул, хорошо. Он прям где-то здесь. Ого. Это, наверное, было сильно обидно. Наверное, он думает, что я крыса. И закрысил его сейчас. Ну, в принципе, да. Да, это так и было. Я его выследил. Как бы видишь, вот что получается. Ну, как бы, тут фигня какая-то происходит, тут поэтому укладывают нас. Но сейчас-то такого я постараюсь минимизировать глупые ошибки, которые к таким последствиям нежелательным приводят. Тупо ящики на голову падают. Вот я не показал тебе момент, я удалил, к сожалению. Сейчас расскажу, что у меня недавно было. Записываю я видео, значит, все хорошо. Иду я такой, иду, зона маленькая, остается 5 игроков. Вот, короче, вот такой вот куст, ну чуть побольше. Я иду, застреваю в нем, такой, что за фигня, перепрыгиваю. И тут с этого куста мне тра-та-та в спину и все, поиграл. Вот типа вот такие вот у меня смерти. Ага, вижу тебя. На крыше сидишь, да, поди? Ага, уходят, да, на крыше все-таки сидит. Пойдем. Куда ты побежал? А, спрыгнуть хотел? Говняк такой. А вот я бы пошел бы, он меня потом убил и спрыгнул бы на меня. Откуда? БПЛА, срочно! Ага, понял. Еман там бомбят! Открывай, уходи! Сейчас он выйдет, мина клацнет и все. Ищет меня, ищет. Смотри, ситуация сейчас будет. Если он придет, конечно. Он не пришел? Что? Он пришел, ждет. Тактический выжидун. Хитрожопый. Давай. Побегал? Это тактическое превосходство, брат, называется. Вот так вот вы меня и убиваете. Бляха-муха. Сейчас я тактически триндюлей от газа получу. Это трындец. Я сейчас тупо сдохну от газа.
Нет же! Да ну нет же, блин, нет! О, вот о чем я говорил, какой я... Противогаза нет, ничего нет. Да бегу до мотика. Спасибо за игру! А, это еще не все, блин, это еще не спасибо за игру, блин, за просмотр. Ой, ребят, вот сегодня вот у меня вот целый день с таких вот историй приключается, поэтому, ну, не суди меня строго, не говори, что я там трындец, что-то... А еман игроков мало осталось. Давай. Бей его, бей его, бей его! Два крысюка просто, блин, пара. Зона убила, теперь ничего нет. Что делать нафиг? Алло, где я лечу-то? А что мне делать-то? На комплект лететь только. Меня сейчас поимеют. Алло. Меня сейчас убивать будут. Куда прятаться-то? Куда прятаться? Ох, я говорил же, тут жопа, тут зона последняя была. Спасибо, спасибо газу, спасибо минам, спасибо C4 в лицо за сегодня. И трындец номер 13. Я просто... Это трындец какой-то, господа. Ребят, ну что же, на этом все. Это Call of Duty Warzone, с вами был Quantum и топ-7 самых тупых смертей за сегодняшний день. Я пытался записать материал на протяжении 5 часов, правда. Я вот за 5 часов понасобирал кучу моментов, половина из них отвалилась, где я со скалы падал. Где я ходил по людям, вот прям по человеку проходил лежащему, и он такой офигевая, начал мне в спину стрелять. Это просто был капец какой-то. Вот, в общем, если тебе понравилось, может быть, такое ты хочешь больше, я буду оставлять больше таких вот нарезок и неудачных моментов и показывать их тебе. В общем, как-то так. Понравится, пиши, ставь лайк, подписывайся. До скорых встреч.